через руководителей центров и всех лидеров, а попозже, к лету уже в полноценном режиме, мы хотим предложить вам еще один сторонний продукт. Это банковская карта с брендированной АТОМИ. Совместно со Сбером. Сбербанк под наш заказ выпускает отдельную линию внешне выглядящих оригинально карточек. Обслуживание этих карт будет бесплатно. Это не кредитка, нужно будет, естественно, положить деньги, но зарегистрироваться и получить эту карту вы сможете на сайте atomi.ru. Там будет ссылка на специальный сайт. Чуть позже, думаю, что через пару недель мы уже запустим пилотный проект. Эта банковская карта выглядит максимально просто. Это просто, у нее нет, я просто любую банковскую карту достану.